Ну, у меня 9 не хватало. Сейчас не хватает 2. Но у нас еще Тендра. Еще 3 босса. Ну вот за Посмотрим, сейчас час надо 3. успеть. Сейчас заварику еще пятихатку дают. Пошли, 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 пошли. У нас реально час остался. А что, у нас холи пала нету? У меня есть. Я полетаю. А, полетаешь? Мы все ходим. Да. Фух, поехали. Ты кей, блядь. Последний раз. Прямыч, ты вас-то отключи, если оно подключено, блядь. Автомата просто. Извините. Хотя и цели меня отключить. Блядь. Да, я лег. О, господи. Беги, Рома. Я специально старался, нормально все. Я тебе рисую. Я не рисую. Поменьше аграр, видите? Мог бы, блядь, признать на фон. Ты же все равно БГшей совался, так что нафиг я это дерево. Вот где хил, блять, решает победу. Будет она или не будет. А друид дерево, хил, тролль. Да, блядь, деньги хупры, мухры. Да ты ж не компасно было. А если редар, то еще жестче будет. Скажи в кейс. Редар вообще хрень. Самая тролль, блядь. Не, резисты не пассивный реген. Руляют. Пассивный реген рулит. Когда у тебя 24 тысячи хп и тебе раз в 5 секунд тикает 8 соток, как бы это до хера. Если ты рдру, у тебя каждые 5 секунд тикает по несколько тысяч. Ну, прикинь, у тебя на одну ходку больше. Ну раз 5 секунд ходка. Раз в секунду. Не, я пацан. Ходки почаще. Такой вот извращенец. Не, сопрот тебе больше хп сэкономит, чем тебе отхилится. Тут наверху осторожно, подольше не бейте. Да, и чем он мне поможет от вара? Наверху справа аккуратно садил бы дальше. А, вар булочки. От ханта, от ДК. От вара и килд не, пол, не поможет, тогда если так их убрать. Поможет, поможет. А резист больше профита, лишний раз фир можешь не убежать или еще куда-нибудь. А, да это вообще всю хрень. Есть а берсерк. Нихуя не хрень, на X2 пока не пофиксили саппорт, на БГ вообще песня была. Я тебе так скажу, первый сезон будет вообще ебанутый, потому что никого не будет, камней нахуй не было. Потому что ты делаешь себе паладина, врубаешь себе стойку какую-нибудь, да, плюс еще ставишь наручи. Защита от тьмы, от огня или от огня, наверное, ты просто делаешь, как какашка тебе, я ничего не могу сделать. Резист, еще и саппорт убиваешь, когда ты алхимик. А там уже в первый день у всех уже камни будут. Камней не будет на пенитру. В первом сезоне их нету. Их не Дырок добавляют. Нет. А что налетает на вообще опустится. А это пиздит. Эти камни только во втором сезоне появляются. Там можно плюс 20 натыкать спокойно. Каких плюс 20? Но есть ёжи, который пенитру плюс 20 дает. Там синенький камешек такой. Кто-то кинул же, да? Да. Так он давно в самом начале еще скажу. Угу. Че, в холипало спекаться, одеваться? Не. Угу. Хорошо, что у меня нет шмота.
Вообще так-то можно. Сколько у тебя там шмоток? Не знаю, 235. Ну спекайся, полетаешь, что захилишь. Он хилить больше будет, чем друид, блядь. С друидом они быстрее захилят будут. Тут мобы и так тонкие. Меня-то кидаете, блядь. Пока спекаешься, минутку отойду. Черепахи нету? Краплю. Так, где мой новый хуй, где моя новая шутка? За нее 495 пепельного союза. У меня 9000 репы упрыв здесь. Что-то я с интернетом сделал, мы в домашний интернет вообще нет доступа к сети. Точно. Спасибо, что напомнил про интернет и всю хрень. Сейчас бы начал хилить. Что, все здесь? Подожди, мне надо кое-что настроить. А есть у кого-нибудь водичка? Да. Ты в портал зайдешь, то бада отрегейдит. Есть хрен. Мог ли делать? В портал зайдешь, то мана отрегейнится. Будешь летать. Спасибо. А кто этих убьет? Убивать будет подавителей. Я слева буду. Лок справа. Лок справа, Дживси слева, Бэтик справа, слева. Вы поняли, короче. Вот сам же. Батик. Чё, всё? Да, понятно. Эх, бахай, хилы здесь, танки здесь, заебись. Ты слева? Ну, это Романыч кликает, я. Я понял. Кого? Филип. По клавиатуре, говорит, Филип. Это еще полумеханическое. А, справа свеча у вас. Убейте свечу. О, давай. Открывай. Друид, ну, идти тоже с ним. Да, уверен, с одного танка. Сань. Не знаю, я в одного танка. Ой, в одного хила хилю. Враска, подчерей, следующий раз. Успею! Блять, не успел. А, следующий портал зайду. Я в одного хила хилю, с парнями ходили, всегда здесь ну, в одиноко. Ну, танк один, да, смотрите. Так мы вообще в одинокого танка что? Ладно. Всех боссов убивали тут в одного. Тут мобы тонкие, чё вы паритесь? Это в 25-ке они могут съесть. На месте стоят, проще бить. Вон портал справа. А, ты улетел уже, да? Блять. В разные стороны полетели и проебали половину этих. Они суммируются, да, если вместе лететь, да? Если да. Мы вместе, да. А так мы закосячим. Ну, сорян, будем вместе летать. Я думал, они не суммируются. Либо по часовой, либо против часовой. Окей, давай против часовой тогда. Полетели. Да, телекультироваться. Погнал. Да это, блядь,
Почасовой, Романыч. Они взрывают. Да похуй, они все равно, когда взрываются, так дают. Там метка, если что, ставится на хилай, просто за ним летаешь и все, блядь. Изи тактика. Я понимаю. Просто пар. Чтобы в разные стороны не лететь, типа. Договорились же, договорились. Ну просто если смотреть в хвост, типа это с одной стороны левая, если. Если смотреть сверху вниз. Стороны. Если смотреть сверху вниз. Ну, ориентиры, голова, хвост. Погнали, открытый портал. Поставь на себя метку, прист. Дай. И пусть Романыч за тобой летает. Ты типа главный, Романыч. Не главный. Не главный. Ловый бы. Так у нас не прист, а этот друид летает. Друид, ну значит. Чипсы наркоман просто. Я не знаю, кто летает. Вот звездочку поставил, Романыч, ты за звездочкой бегает. Сейчас типа похуй, ну хуйка. Занимайтесь своими делами нахуй, блядь. Заебали командовать. Давайте, давай, блядь. Лети налево, лети направо. Ёбаный в рот, что ты делаешь? Может герой захилим, ну? Захиливаем. 50 стаков набрали? Марно, 41. Да. У меня 27. Ну, обычно 50 стаков собирали и хилили потом, ну, похуй. Слева. В обычке-то можно поебланить. Вы уже типа захилили или еще не ничего? На 12 самого захилили. Летаем, летаем. 10% осталось вообще, давай. Я захилил. Просто ровный вот. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение. На 20 концерт тоже хильнул ракеткой. Красава! Топ. Сейчас какой-нибудь там херня выпадет, запудал. Пуха, так. Бать, плечо босса. У нас нету. Зато с двумя дырками. А я перчатки хотел. У меня скар это какой-то с двумя дырками, крит-хаст. Ой, зачем я их пароли? А нет, все правильно. Наручек, ой. Лечит на силу были. Я бы наруч полутать. Наручи кому-то кожаные нужны, я бы все на танке его забрал. Кожаные? Да, с хвостой. Синдрик, что ли? Да. Мне ничего. Кого-то проебали. Да, сейчас. У нас... Вот и проебали. Кстати, не запускайте, не запускайте. Романыч. Рома, падай уже камнем. И это... Я пытался, камнем. Лифт вверх летел. Что я сделал? Я тут даже, блядь, загнулись. Надо по стенке шоркать, чтобы это лифт пропустить, типа. Да шорка, вон там полоса коричневая. А, нихуя. Мышки поменять снова, нахуй. Ну. Выходи. Смотрите, осторожно, там вообще нихуя не делайте, блядь, не хильте, а то сдохните нахуй. Большие жуки могут шок. Там, короче, когда выйдут чуваки, надо РДДшникам и великам выйти, что начало. А то конец уберут, а то убьют. Это да, это да. Боешки, где вы?
Сейчас это в другую сторону выбеги, там дай им гнев небес, Романыч. Тем... Я КД только что давал. А, ну похуй тогда. Ну пускай все в кучу забегут. Идем пока а бегут, как только подбежали, выбегаем и все. Да, успеет откатиться, мне кажется. Подходи сюда, ближе к центру. Точнее, они тебя застанут, а тем щитов кинут. Так они гуманоиды. Эти нежные, гуманоиды, они не станут. Что делать? Простой стан на них работает. Молодцы, молодцы. Да. Как? Да. Как стоял? Вам же говорили. Минус 3. Может они здесь? Мне включено жестко, а я типа в плане радикс. Че они больше шаг крутят? О, можно интересно переезжать точно. И запустить заново, да? Правильно ему. Запустится оно заново. Боешки пофармить снежим плут вот так. Ого, ебай. Дешманская хуйня. Шаманим, шаманим, шаманим. Да, блять. А чё выпало, чё? Женя да, сейчас сролит опять. Да, стопудово, хапуга ещё тот. Ноги выпали. Надо пять. Нахила? На шамана. Аешка на шамана. Ой, смогу резнуть, ёбану, чё я стою нахуй? Резать. Резай, резай, быстрее, быстрее. Уже резу. Краштес. Ну-ка, бля. Очнись. Краштес, блядь. Я решил умереть, я ФК вот специально, я уверен. Сейчас ничего не делаете. Что ноги перед дух, звучит как дерьмо. Да не выглядит как дерьмо. Ой, Санёчи! Ой-ой-ой-ой-ой, Сань, какой Санёчик. Столько в рыбы ФБ. Снимаешь, Санёчик заснял? Я заснял, блядь. Отдай я Саня, пускай продаст на рыбу. Саня, отдай Саню. А? Отдай сам себе. Так, какой-то длинный он, нет? Саня спрашивает Саню. Какой твой Саня? Долгий выход у них. Чисто. Ты, наверное, просто с пугами ходил, они не доходили до сюда. Пуги там, нахуй, 3 кдпс, я, блядь, хуй с ними. О, боешка, роль, кому надо. О, блядь, ну это надо, кстати. Где? Чё выпало? Я далеко. Топовая, 10 голды. Дайте я с вами тоже паролю, просто. Обезьяна, блядь. Да ой, нет, бля... это... Хорштес, заебал, конечно. Обезьяна, это чё, который фласки забрал? С обезьяна. Да, согласен. Давай ему ещё серьгу подарим. Сверх обезьяна, да. Да где там краш-тест-то? Ну несерьезно же. Кинь-то у него же как-то в голове появилась такая фигня. Зайти фласк и забрать. Давай ну, по все. Очереди, по одной стороне двоих марш. Короче, этот гнев небес не отдавай. И я скажу, куда дать гнев небес. Дай лучше касочку. А, уже поздно. Ну, как это, после мелких тогда. Как а, слезешь коня? Каштес встал, заебись. Можно? Ну, я там отведу сейчас. Друлька, дай лапку. Я боюсь что-то делать, чтобы они на меня не побежали. Да паха, давай, 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 нормально. Не торопитесь вливаться, дайте ему хоть там 3-4 секунды тикнуть. Покиль тебе, потому что, мне кажется, его сложно сейчас. Тикнуть, бля. Да хули сложно, тик 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 тикнуть, бля. Зубы тоже скажу, давай. Когда да. Окей. Ты как фига, тесто, там... тесто мешаешь это такой, да? Вообще, хорошо, все, можешь... Карусель, карусель, да. Ловушку ставь и напуливай, пока как надо. Давай, давай, касочку. Хорош. Давай, теперь лужу. Чё, гнев даю? Давай. В
даже зубы не надо. Это не я. Потому что они бьют не танки, ёп. Да. Похуй на танк. А хули поделать, ДПС не хватило у нас. Добейте. Давайте, ребята, давайте. Красавцы. Давайте телепортом сюда летим. Здесь есть мат. Блять, дерево нахуй ленивое, а. Ману жалко. Я пока потихоньку. Ману, блять, еще экономит. Блять, ману, слышали, да? Опа, ману экономит, корни в землю и всасывай. Сила земли. Да. Огурец, что ли? Да. Вот геморроя. Это вообще он так еще, не вынимая от ботвы не отрывая. Да? Это самое главное. Прикинь вообще картину, ты идешь, у челик сидит, блядь. Да. Идешь, ему здесь одного там ты. Нет. Если он такой тебя увидел, попытался рюхнуться, а там же не отрывая от ботвы. Понял, да? Корешок сзади торчит, да. Бегаешь, да, и корешок сзади торчит. Че, мне в третьего хила надо будет или нет? Нет. Сейчас посмотрим, нахуй. Пару раз выпанемся, там уже подумаем, ебать. Я тебе говорю, про хилу нам хватит вообще. Подожди, давай вот так вот сразу определимся. Во время второй фазы забиваем метки только миликами. РДД стоят дальше. Миликов не будет. Где же танк? Милики. Да ладно, серьезно что ли? У меня же спросил, два танка нет, не получится он в одном. У нас бета-тестер милик. У нас РПАУ милик. Так, ну тогда Джипси и Локты, вы вообще не свечитесь тогда, мы будем с это с контролем. А чё так? Били бы. Гламур, АУЕ. Куда повёл ты? А куда ты убежал? Да, это не тот босс, которого... Похуй вообще какой босс. Наоборот, это он надо... Ему сбивается он этот каст. Вот надо было того первого убивать. Освободитесь от стереотипов, блядь. Стереотип просто. Сбейте. Ну, он сбивается. Обычно не сбивает. Он станом сбивается. Освободитесь от стереотипов, давайте в керах побегаем. А чё она на месте ползать? Когтями дергает пол, видишь? Как кот лапками, видишь, перебирает, типа ему хорошо, когда его так пиздят. Ну. А он дамажит вообще? Ну да, парирование. 1700. Смотри, у Войда хп не отнимается, значит не дамажит. Да хули я блокер просто убил. Ну, у меня только это абсорб повышается и повышается. Ну, видал, блин, как он проскользил, блин. Вот этого парня застаньте, когда улетать начнет. Ну, у нас грипп есть, что ты переживаешь. Да, на всякий. Надо просто перед рейдом его в яме ёбнуть, чтобы он не долетел сюда. Да. Стоять, блядь, птичка нахуй попалась. Ты чё, на огурец её посадил? Да. Он, видишь, сила земли торчит. Ага. Я к тебе. Не будет у него геморроя больше. Стоять. Да, блядь. Всё чётко. Всё, поднимайтесь. Мы же будем потом гулять. Дракон такой, ну нахуй, а его не пускают. Давайте в кучу все. Так, ребят, а сейчас попробуем. прохиливайте, готовьтесь. Давай, ото льда что-нибудь там тыкните. Я не в танке, поэтому, да. Аурус, медиатик. Прожмитесь, у кого там масс сейф. Ты что там за сынкой покажетесь? Кто умер тут, лошара, брат? Дальше отойдите. Кто за стенкой? Кто-то за стенку не зашел. Смотрите, вопрос. А серьга работает, Троянович, если она, допустим, у тебя в сумке, а у него на... Бля.
Вроде тебе нет. Ну, а на этом, на гнилом работал или нет, когда я танчил, или на ком я там танчил? У меня 20 секунд освобожденка. Я могу тяжку надеть, просто тебя в танке могу надеть, чтобы было. Есть у кого? Нет, Раян, тут одевайся в танк, блядь, будь танком. Здесь есть телепорт начало, иди, починись. Не, я не починиться, я еды... На ветках, на второй фазе. Еды купить. Вот, рыба. Кого есть сапрот, пейте сапрот. Танки 100% пьют сапрот. Я хочу разок попробовать шипешкой без этого. Приятно. Бой, чего, снесли 10? Нет, два босса. До синдру дошли. А что не снесли? Не успели? Только дошли. Что непонятно? Ой, у нас Рео ругается. Все непонятно. Ладно, все. Боссов не били, просто пешком бежали и только пришли. Че, ребаф сразу, да? Заебись. Что так... Райан, что за триня? Нахуй? А, ради бета-тестера, ну ладно. Окей. Это, друид, саппорт есть? Да, да, сейчас выпьем. Все хорошо. Тебе надо убить лича, по-любому. Да убьемся не лича, там вообще изи. Ну что, ребята, готовы? Да, сейчас подожди, пристабав дам. Все, танк отхавайся, потом... А чё хавайте, чё вы побежали все? Хавайте! Да, ждите. Ты ремейнишь, да? Я вот так чисто на третьей фазе. Да. Так, просто не сюда. Под левую лапу, поближе. Там задержки, чтобы лететь меньше было. Освобожденка на хере. Бля, я лагаю. Да, это... Много не ловится. Беги, малышка, беги! Убежали. Алло, меня слышно? Я лагаю. Нет, не слышно. Кто ты? Все на лестницу. Метки, квадрат, череп. Ебать, мне не поинтересует. Сагасулька. Лево. Троянский, ты чё, вылетел? Он уже минуты две об этом говорит. Не бейте там трапа с Т4, блядь, добьёт. Бля, у меня, блядь. Справа. По центру. Хильте его. Справа близко. Добивай. РДДшники поближе. Романыч, дыхание ловишь. Слушай, вылей тут. Ты смотри, где я, блядь, стою, нахуй. И встань подальше. Ладно, давай я поверну. Все как обычно. Против локтя. Подальше от босса назад это получается. А, вот так вот? Да, может так. Освобожденка, гламур, джипси. 15 стаков, 16 стаков. На ком? Да я прожмусь. Беги, малышка, беги! Да, конечно, вот это... Что-то она прикольно по два раза подкидывает. Да. Она подкидывает, пока ты не поставишься, пока последний не долетит. Никто не уцелеет! Опять? Рома и краш-тест. По центру. Бля, это такая хуйня, пиздец. По центру. По центру, близко. Прям
прям по центру, прям вообще лестница по центру. Разбиваю. Повезло. Первую левую или в центр, Войт, как делаем? Как, РЛ скажет? Влево давайте. Алло. Только влево, нет, подальше от лица от босса, чтобы дыхание не слышали. Да я хвостом поверну, если вы, блядь, не понимаете, где дыхание, блядь. Давай. Блин, а мне освобожденка. Стало уже, все освобождёнки на меня. В 25-ке надо будет символ таскать. Троянский, отойдите все с пропала с лестницы. Кащи копор. Так он лагает слева. А-а-а. Я не лагаю, я вылетел. Лоу. А чё враска? А, ну враска. Справа. Враска труп. Чё, меня не слышно? Я говорю, вылетел я. Лево. Да, слышно. Да, ты же умер, мы не пытаемся. Тройди. Центр. Блин, как в Синдратах два, блядь. Один лагает, другой вылетел. Разбиваем. Сейчас могу зайти чуть-чуть позже заменить кого. Стопаем. Давай стопнем ДПС, может зайдут тут самое нормальное. Да, они не зайдут, боюсь, да это чё. Да нахуй тогда с ними чё? Либо мне просто, у меня спула просто начал лагать. Не слышишь? Я не знаю, но... Да. Меточка немного. Бля, за 6 таки сбросили. Геру даю. Метка, друид. Сейчас, сейчас. Санёк хиль. Санёк хиль. Да, Войт, прожмайся. Притяжку, ждите. Что вы делаете? Метка центр, вы чё? В капе, ну все, Вайп. Красава. Нам просто, просто ДПС теперь не хватит. Краш тест, Романович, красава, на метку побежи. Все, Вайп. Метка чуть дальше превратилась, а не в центр, неправда. На... Тут видишь, притяжка по-разному. Вторую выносит центр, ждем, пока притяжку не сделают. Я, блядь, с вами убивал. Вам, ну, как будто похуй, в одно ухо влетело, в другое улетело. Вы хотите вайпаться, я смотрю просто на этом боссе, вам нравится это, блядь? Нет, один раз нахуй убили, запомнить, блядь, как убивается, нахуй, и убивать всегда, блядь. У вас можно у вас лево, право, какой нахуй лево, блядь? Тут углы бы 10 тысяч хп, нахуй. Несешь в центр, разбиваешь с одной тысячи, когда надо, нахуй. Мы... Знаешь, как мы делали? Саня, я говорю, углы бы тут 10 тысяч хп. Вы дрочитесь с хуйней с этой. Право-лево, нахуя это, блядь? Она в центр несется, блядь, разбивается с одной тычки, нахуй. Вы скидываете стаки за каждой глыбы. Все, пиздец. Босс сразу умирает, нахуй. Вам надо повайпаться. Ну хуй с ним, тут люди вылетели. Ну давай в центр все будем носить. Проблемы-то нет. Босс не на зерг, блядь. Тут никто его не зергал. Глыбу пропускать нельзя, что, блядь, за каждый нужно скидывать стаки. Если вы одну пропустите, у вас полетит склеп, у вас ваншотнет, нахуй. Если вы эту хуйню запомнить не можете, нахуй, вы будете падать тут до конца жизни, блядь, своей, ёбаный рот. Мы с Саней определенно, знаешь, как делали? Просто все глыбы в центр выносили, первую ломали, вторая с притяжкой. Войт просто про это то же самое тебе говорит. Ну, все, вот так и делать, нафига влево-вправо? Все, в центр все носим, не паримся. Раз договорились, значит договорились. Алло, Троян. Ну, Троян здесь, меня, да? Ну нет, меня еще нет не стабилизировался, я не знаю. Так, пока он это... Женя, у тебя будет этот ящик с почтовой?
Нет, у меня нету. Я еще не сделал. Если слышишь меня, замените. Можете меня заменить. Я хуй знает, сколько это будет. Вань, ты что, сможешь, нет? Я до минут 10. Так у нас через 10 минут РТ смысл. Короче, инженеры есть? Кто-нибудь еще? Гламур у нас инженер. Сейчас я по Бэрику себе символ-то сразу сделаю. Че, он нужен второй танк. Че у нас? А, вылет. Определенно еще нету. 20 минут до РТ. Мы, короче, с Саньком убивали тут в одного танка. Просто на второй фазе там в один под дыхание в одно зубы надо отдать, и все. Ну, чисто овергиром, да? Ну мы. У нас тут ДПС вообще капец, как дофига. Думаешь, получится? Мы с Саней Сацу находили. Ой, не Сацу, но у вас холипал был. Мы хилили Эршам, я. Ну, Эршам, бля. И ДПС было меньше. Я там не очень хорошо хилил. ДПС было меньше. Да давай, я похилил. Подожди, если в одного танка, давай я в хила спекаюсь, Трояныч в ДД вместе с этим. Три хила не надо. Здесь и два выхиливают. Ну, давайте попробуем в одного танка, но все равно нам... Так, а танк как так снимет? Дресните, пожалуйста. Мы не снимали танки, мы просто зубы на второй фазе отдавали под одно дыхание. Он... Эфиру с самыми загрузками своими запарил. Танк у нас тончил ДК, прожимки отдавал поочередно, а потом, когда прожимки заканчивались, я зубы отдавал. Пала одна прожимка, это полтинник, все. А, ну, с палом-то, значит, может быть. Ну, попробуем. Но сейчас смотри, ты всю дорогу в одного танка танчил. Ты не умирал. Тебя прохилили спокойно, просто там с глубами косичнули, так бы мы бы убили. Да, да. Слышал, где он раз косичил. Если просто глыбы бы так не закосячили, сразу бы решили бы, что по центру, а то что попало влево-вправо, и потом какая-то катавасия начала. Алло, а меня слышно вообще? Нет. Да, да. Да. Это капец, это обидно. Ну, все да по-разному же убивают. Не, понятное дело. Ну тут типа есть тактика у одного танка. Такс. На овергире, наверное, можно. Ну мы тут раз ходили, у нас ДПС меньше было, чем вот сейчас он спать. Ну еще ХП порезали с тех пор. Чего? Да, да, еще при, с тех пор еще при десятки том, что уже... ничего не резали. Десятки не резали. Что мы уже не резали. Не резали? Ну ладно. Значит, не резали. Ну, факт только 25-ку, по-моему, порезали. И все. Что, джипси? Я захожу, блин, прохожу, я себе символ делал. 5000 точно... репа мне не дадут, правильно? О, точно. Какие 5000? За проходку? Ну вот, мы сейчас два босса убьем. Нет. За боссов дают репу, почему не дадут? 5000 не дадут. 500 а репа здесь, 550 репа здесь осталось. После убийства Лича дают репу еще дополнительно. Так что... Ну, не 5000. Возможно, и... Ну, там не 5000, там 1002, возможно. Ну, Сань, ну смотри, Синдра и Лич остался. Ну, 5000 точно не получаешь. Так там даже после нет. Убийства Лича дается определенное количество. Да я, блин, обосрался, блин, фласку подан нажал. Да, ДРТ осталось чутка, сомневаюсь, что мы для Чалби. Не, можно, ну, там же сегодня только груль, после груля может до прохода сразу. Сегодня целка. А я слышу... Я хочу груля. Под целка дотраивать был. А я хочу групповушку. Где там Троянский? Да, Троянский все. Пацан. Да, где Троянский? У меня и нет лагает. Типа у меня ДС лагает, я его с рывками слышу, если вы его слышите сейчас, конечно, у меня типа. Да, нормально слышно. А, нормально, но, короче, а вас я не слышу, тебя рывками слышу, поэтому, блядь. Ой. Давайте либо траить в одного танка, либо... Делаем зайка с кружкой, давай. Делаем рой и просто готовим все карты. Надо одного добирать тогда, все равно. Ну мы, а что толку добирать? У нас, сейчас. Кстати, проблема еще, на РТ готовиться реально надо будет, надо закупаться всем. У меня с нетом все нормально, по статистике. Предложение такое, после РТ на двух боссов собраться и добить. Я после РТ не смогу.
Блин, мужики, ну я после РТ буду в говнище просто, нереально. Возьмете меня или нет? Давайте в понедельник, ребят. А завтра что? Нет. Или завтра. Ну завтра мы хотели качаться с ребятами, договаривались. Короче, кроме вторника в любой день. Все тогда. Да, ну желательно прям перед РТ на двух босс, потому что вот опять в два ПМСК. Я во вторник не могу. У нас еще время есть. Я не буду. Стоп, ребята, поставьте на понедельник РТ. На понедельник ставим тогда и все. Так же часов на 9, на 10. Ну все, хорошо. Да зачем так рано? Типа, да поздно, а не рано.